Я люблю вас, соседи! Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие бэби-гоши! На каком канале наши друзья? Ну, опять новое название. На канале Baby Go. И сегодня у нас еженедельный 14-й выпуск. Поехали! Ну, а перед тем, как приступить к основной части, хотим вам сообщить важную новость. Как вы видели, в субботнем ролике мы уже опубликовали 5 понравившихся нам комментариев. И теперь в каждом ролике мы будем публиковать по 5 комментариев, которые нам больше всего понравились или вызвали какой-то интерес. Так что побольше пишите комментариев, и у вас есть шанс попасть в каждый выпуск. Успехов! Погнали дальше! Ну, начнем с победителя еженедельного конкурса «Угадай блогера». Это на этой неделе этим победителем стала Диана 3D KH. Вот она где-то здесь, да, День? И угадала она... Вон там. Нет, там ее не видно. И угадала Диана Ивангая. Очень много было в этот раз участников. Но Диане больше всех повезло, и программа рандома выбрала именно ее. Давай Диане передадим привет. Диана 3DKH, привет тебе, привет. Привет. Ну а первую пасхалку нашла Кэти Аниматорша. Кэти Аниматорша правильно написала время, и пасхалка у нас была спрятана в субботнем ролике. День, давай Кэти Аниматорше передадим привет. Давай. Привет, Кэти Аниматорше, привет! Друзья, ну не забывайте, что продолжается, естественно, конкурс и на пасхалку, и угадай блогера. Для того, чтобы участвовать в конкурсе угадай блогера, вы должны быть подписаны на канал. Естественно, надо поставить пальчик вверх этому ролику и рассказать о нас своим друзьям. Ну и, конечно же, в комментариях написать, что это за загадный блогер такой. Ну а пасхалку ищите во всех роликах в течение недели. Пасхалка может быть как во вторник, так в четверг, так и в субботу. Желаем всем удачи. Ну а теперь переходим к основной части. Передаем приветы лучшим комментариям недели. Погнали! Итак, первый комментарий, друзья, на этой неделе, который мы выделили, Чешкот ТВ прислал. Круто, я столько лайков за неделю собрать не могу. Сколько лайков он набрал в день? 8. 8 лайков, друзья, давай передадим привет Чешкот ТВ. Давай. Привет тебе, Чешкот ТВ. Следующий комментарий прислала Мария Про. Прикольно вышло, у вас классный канал, все ставят лайки. Давай, сколько Мария Про лайков набрала? 8. Мария Про тоже набрала 8 лайков. Давай передадим Марии Про привет. Давай. Привет, Мария Про. А следующий комментарий прислала Настя Лисенок 355. Она наша постоянная подписчица. Что же она написала? Класс, люблю ваш канал. Вы круче, чем Ивангай, Марьяна, Саша Спилберг и так далее. Сколько она лайков собрала, День? 10 лайков Настя Лисенок собрала. Давай передадим привет. Настюш, Лисенок, привет! Привет тебе! Следующий комментарий прислал Get Show. Он написал: устройте челлендж, угадайте рифму от песни. Хорошая идея, мы подумаем обязательно над его предложением. Сколько он лайков собрал? 8 лайков. Get Show, привет тебе! Давай передаем. Get Show, привет тебе! Следующий комментарий прислала Аяна Бекболотова. Кто тоже любит Baby Go? Там очень много лайков. Сколько Аяна собрала лайков? 11 лайков. Давай Аяне Бекболотовой передадим привет, Дэн. Аяна Бекболотова, привет! Привет! Ну и последний комментарий, который мы хотим выделить на этой неделе, прислала наша постоянная подписчица. Кто? The Best. The Best. Большие бусы. Это на тему наших больших бус развивашки в субботу. Дэн, сколько лайков собрала The Best? 11 лайков. Давай передадим привет нашей постоянной подписчице подруге. Привет, привет. Привет, The Best, привет. Привет. Друзья, ну это были 6 популярнейших комментариев этой недели. Не забывайте, что этот конкурс продолжается. Также пишите свои комментарии и обязательно 6 лучших. По 2 с каждого ролика в течение недели попадет в наш еженедельный ролик. И, конечно, не забывайте, что 5 комментариев мы сами выбираем от прошлого ролика и размещаем в следующем ролике, так что у всех есть шансы. И не забывайте угадывать блогера загадного на этой неделе. Вот он, да, День? Покажи, где он. Вот здесь вот, да. Как всегда, победителю мы передадим привет. Не забывайте, что должен подписан на канал. Нужно поставить пальчик вверх этому ролику. Рассказать о нас друзьям и, конечно, написать, что же это за загадный блогер.
Ну а на сегодня мы с вами прощаемся, ставьте пальчики вверх этому ролику, подписывайтесь на канал, пишите свои самые клевые комментарии, чтобы попадать в наши выпуски. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья! Пока!